Основными мероприятиями там являлось это благоустройство муниципальных территорий, это заключалось асфальтирование дворовых, будем так говорить, территорий, и безопасный школьный маршрут, это отремонтировать и сделать, будем так говорить, тротуар, безопасный тротуар. Ну и также безопасный школьный маршрут входит, это спил аварийных деревьев на пути следования, подрезка деревьев, ну и наведение, будем так говорить, порядка. Это самые основные мероприятия. Также мы поставили спортивный городок здесь на, будем так говорить, на площадке, которую оборудовали. Он довольно-таки, конечно, скромный, но тем не менее, за не менее ничего, он тоже. Вот, здесь планируется еще установка детской площадки, вот, игровой. На 23-й год порядка 10 миллионов было сюда вложено, это вместе с асфальтами и со всеми работами. Вот, на 24-й год есть план мероприятий. Ну, сейчас в зависимости от финансирования будем его реализовывать. У меня сын обучается в 9 классе. То есть микрорайон у нас небольшой. Как бы довольны тем, что в этом году нам благоустроили более-менее микрорайон, сделали нам дорогу. Потом, что освещение вот планируют нам сделать. Дороги изначально не было, да, был детский сад. Детский сад снесли. И дорога, она была такая расхлябанная. Лужи, грязь, весна, осень, мы утопали. Сейчас все аккуратно нам сделали. Сделали дорогу асфальтированную, и дети нормально добираются сюда в школу. Деревья спилили. Раньше, конечно, там заросли были. Сейчас этого нету, все видно. Как бы, все хорошо.